каналов определенной по скорости движется австрийский катамаран. Ребята, назовем их ребятами, ведут свой катамаран очень уверенно, увеличивая свой отрыв. Я думаю, сейчас он более 100 метров, что мы видим на такой короткой дистанции, очень значительное преимущество. Посмотрим, что могут другие экипажи противопоставить тем временем. Как пробки, Раша тоже движется очень неплохо, очень неплохой скорости. Мы идем пока, если я не ошибаюсь, пятыми, но у нас неплохие шансы побороться за место даже в тройке. К сожалению, немножко реализовать эти шансы нам мешает отработанный ветер. Спортсов сразу трех катамаранов, которые идут перед нами. Они сбрасывают сбитый ветер в наши паруса, и нам это не позволяет российскому катамарану развивать максимальную скорость. Поэтому у нас будет, мне кажется, расхождение с Red Bull, где мы должны им будем уступить. Надеюсь, это не помешает нам наши тактические построения выполнить. Итальянцы подходят к третьему экипажу после заключительной гонки дня. Давай Маскат. Третья SAP хочет быть четвертым, но у нас есть возражение. Газпром Тим Раша. Ибо это они так вперед вырвались, то что они все уже сюда эти назад. Мы выходим к верхнему знаку. Что ж, очень неплохое решение от команды Газпром Тим Раша. Есть шанс гарантировать себе, по крайней мере, четвертую позицию, с которой мы можем атаковать первую тройку. И сейчас мы безошибочно выполним этот поворот. И сумеем максимально быстро разогнать катамаран, то четвертая строчка наша. Датчане, конечно, всеми возможными способами пытаются посмотреть. Мы открываем корпус от воды, просто вылетаем с поворота. Датчане пытались нам помешать, но ничего не получилось. Газпром Тим Раша на отличной скорости идет. На отличной просто скорости идет. При этом датчане не могли этого не так быстро разогнать. Смотрите, катамаран идет значительно медленно. Наш катамаран идет намного быстрее. И с этой позиции мы можем поспорить с первой тройкой, несмотря ни на титулы, ни на опыт этих экипажей. Главное, меньше ошибок, больше скорость. Меньше ошибок, лучше результат. Красиво идет экстрим, посмотрите. Несмотря на то, что никто не претендует на их четвертую позицию, и все это просто приятно быстро пройтись перед болельщиками, быстро пройтись, продемонстрировать возможности своего катамарана. Пятыми финишируют турки. Шестые. Пятые финишируют турки. Неплохой результат, учитывая то, где они только что были. Сейчас Оман Айр. Шестой. Газпром Тим Раша будут седьмыми. Мы поддерживаем свою команду в любой позиции. Мы всегда болеем за российский экипаж. Молодцы, ребята. Поздравляю с финишем. Впереди у нас еще одна гонка. Мы болеем за вас. Мы болеем за вас. Седьмой финиш, Газпром Тим Раша и Джейси Финдер. Посмотрите, какой зигзаг удачи. Две гонки назад они были...